Акушеров и лаборантов начнут обучать в Дальнегорске с 2025 года. Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяка на личном приеме граждан во время рабочей поездки в муниципалитет. На приеме граждан у губернатора края жительница Дальнегорска спросила о возможности обучения акушерскому делу. Женщина уже учится на медсестру в Дальнегорском филиале Владивостокского базового медицинского колледжа, но хотела бы получить узкую специальность. Потребность в таких медработниках есть. То надо эти специальности здесь заводить. И фельдшер скорой медицинской помощи, и акушер. То есть обязательно, потому что это нужно. Потом вообще и фельдшер-лаборант. Нам же нужно и для ФАПов. Здесь же вы не только обеспечиваете Дальнегорск, у вас целый тут куст. Вот, то есть кто привязан к вам по району. И Ольгинский, и Кавалеровский район. Для расширения перечня специальностей и организации набора студентов на базе 9 классов необходим капитальный ремонт здания Горбушинской поликлиники, отметил глава Приморья. Минздрав края уже подготовил проектно-сметную документацию. После ремонта там откроют набор на новые специальности.